Привет, я Ира или гид в шляпе, и тема сегодняшнего видео – хлеб, который всему голова, и в частности хлеб в Санкт-Петербурге. В Допетровской Руси хлеб было принято печь не только из муки, но в частности примешивали туда всякие травы, например, пшеницу. Считалось, что это очень полезно. Петр I, придя к власти, эту тему отменил, но на определенный срок, не навсегда. Если раньше на Руси хлеб пекли только в домашних условиях, то есть для себя, то в начале 18 века становится понятно, что хлеб нужно выпекать массово, в частности для нужд армии, а также в больших городах. Поэтому во всех районах города в это время начинают появляться частные пекарни. В 19 веке производство усовершенствовали, и выпечка хлеба стала, скажем так, делиться на подотрасли. Кто-то пек конкретно хлеб, кто-то производил хлебобулочные изделия, например, кондитерские, кто-то пек только вафли, кто-то только всякие кренделя. Первыми хлебопекарями в городе были немцы. Именно они открывали маленькие частные пекарни, те самые вот во всех районах города. Но если в 18 веке это были в основном немцы, то уже в 19 этим промыслом стали заниматься и русские. И в частности торговлей заинтересовались русские купцы. Парочку слов про хлеб на императорском столе. Один из известных пекарей, точнее булочников в нашем городе и не только в нашем, в Москве, это булочник Филиппов. Он был поставщиком хлеба прямо на императорский стол. Впервые он начал работать в 1860-х. Но что интересно, сам Филиппов считал, что такой хлеб, как в Москве, он печет здесь, в городе на Неве, он произвести не может. Потому что вода из той самой Невы недостаточно должного качества, не соответствует. Она слишком мягкая, в ней мало солей. Кстати, она и сейчас такая. Поэтому для производства хлеба она не подходит. Тесто плохо склеивается, скажем так. Ну и, соответственно, на качестве конечного продукта это тоже отражается. Поэтому, чтобы печь хлеб прямо для императора, ему привозили воду в специальных деревянных бочках из подмосковных мытищ. И вот в 19 веке после немцев стали в городе открывать кондитерские и булочные, а также производить хлеб и русские. Появились московские пекарни по такому типу московскому. У них всегда и владельцы, и персонал были русскими, и при этом постоянные покупатели, то есть некий костяк тех, кто постоянно покупал в одном и том же месте этот хлеб. Пекли хлеб самый разный, и пшеничный, и ржаной, и крупичатый, и ситный, в общем, самые разные сорта. Но в истории хлебопекарного дела в Петербурге были не самые приятные моменты. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны немцев, нашего, так сказать, русского производителя, этим самым немцам зачастую жилось тоже не особо прекрасно, скажем так, особенно простым. Обычный немецкий булочник, он был небогат. Нанимал помещение, как правило, оно делилось условно на две части. Комнаты получше занимал он и вся его семья, а остальное помещение отводилось под хлебопекарный цех. Как правило, это была одна единственная комната, где не только производили хлеб, но и жили мастера и подмастерья, которые работали у этого булочника. То есть можете себе представить атмосферу. Небольшое помещение, достаточно грязное, плохо проветриваемое. Одно окно могло быть в таком помещении с видом на какой-нибудь соседний дом или помойку. Здесь находится печь, естественно, как главное орудие в этом помещении. Тут же стоят катки с тестом, ведра с водой, дрова, мешки с мукой. А мастера, которые жили здесь же, в этом помещении, они обычно спали на специальных деревянных настилах, которые устраивали под потолком, ну, как на палатях. В общем, не такой уж сладкий это был промысел. Конечно же, те, кто становился поставщиком императорского двора, у них и деньги были, и, соответственно, возможность
получше устроить свой цех, но так было не всегда и не у всех. В Петербурге, как в городе многонациональном с самого момента его основания, и кухня была также как бы сочетанием русской традиционной кухни и самых разных европейских. Появлявшиеся тут, особенно в начале 19 века, в огромном количестве кондитерские, булочные, рестораны, они все между собой конкурировали. Им нужно было как-то привлекать своего покупателя, своего посетителя. Они для этого использовали все знания и самые разные рецепты, сочетание этих рецептов. Также делали очень яркие меню, которые, соответственно, привлекали посетителей к ним. В середине 19 века в Петербурге начинают появляться поваренные книги, сборники кулинарных рецептов. Там содержались как рецепты блюд, так и, естественно, рецепты выпечки. В это же время в домах петербуржцев, а также в ресторанах и булочных, традиционную посуду, ну, то есть та, которая была сделана издревле из дерева и глины, начинают менять на посуду металлическую. Ну, а кто был побогаче, покупали, естественно, себе фарфор. В это же время входит в обиход и в использование булочников и производителей хлеба формы для выпечки из металла. Ну, самые разные, не только для производства хлеба для выпечки, но также и для производства всяких булочек, коврижек, слоек, баранок, кексов, ну и так далее. Отмененные при Петре традиции печь хлеб невесть из чего, а не только из муки, начинают возвращаться. Потому что как раз таки поваренные книги середины 19 века, изданные здесь, в Петербурге, содержат рецепты хлеба из картофеля, из браги, из миндальной муки, из лебеды, из дубовых желудей. Попадались даже такие экзотические варианты, как, например, лепешки по шведским рецептам, сделанные из мха. Ну и, конечно, интересные разнообразные региональные прелести. Например, в Гатчине знаменитые пирожки или в Выборге знаменитые кренделя. Предпочтения дворянства и простых людей, естественно, были разными, ну, как и рацион. Простые люди, незажиточные, употребляли хлеб обычно чисто ржаной. Такой хлеб по консистенции обычно был грубым, а по вкусу кислым, но зато полезным. И простым людям это нравилось. Но аристократы, они тяготели всегда больше к французской кухне, а там хлеб пшеничный или пшенично-ржаной. Но после 80-х годов 19 века ситуация в городе изменилась, и весь хлеб в городе стали производить из смеси, то есть пшенично-ржаной. Что интересно, простым людям, рабочим, это не понравилось. И они продолжали как бы охотиться, искать хлеб, который производили из чисто ржаной муки. Актуальный вопрос. Так, хлеб или булка? Зачастую сейчас в Питере называют батон булкой. Вообще, немецкие булочники, которые, как я уже говорила, первыми в городе открывали хлебные лавки, всякие кондитерские и булочные, они писали на своих предприятиях слово «хлеб». А вот термин «булка» появился, как раз считается, благодаря тому самому булочнику Филиппову. Вообще существовало, скажем так, негласное противостояние, своеобразная война между хлебниками и булочниками. И мирил их, по легенде, Александр II. Вот его цитата. «Булка, хлеб, какая разница? Хлеб булки не слаще, булка хлеба хлеще». Отсюда то самое знаменитое питерское словосочетание, странное для многих, «булка хлеба». Во времена революции и гражданской войны хлебная отрасль в Петербурге, как и во всей стране, была в упадке, имел место голод. В 1920-х хлебная промышленность начинает возрождаться, скажем так. В это время в Петербурге было построено несколько первых крупных хлебозаводов, оснащенных на тот момент, по последнему слову, техники. Ну, затем война и блокада, о которой я скажу отдельно. Ну, а уже после войны хлебная отрасль снова
начинает восстанавливаться. Сейчас у нас в городе работает около 50 хлебозаводов. Ну и, конечно же, огромное количество сетей, булочных, кондитерских. Говорит лишь об одном. Эта продукция востребована. По статистике, каждый петербуржец съедает в год около 80 килограммов хлеба. Дальше будет грустно, потому что речь пойдет про блокаду. Один из самых сложных аспектов в это время – это был, конечно же, хлеб и его производство. Но все знают о тех самых 125 граммах хлеба. Это была норма в самый суровый момент, норма на иждивенца и ребенка. Для рабочего норма была чуть-чуть выше – 250 граммов. Суточная имеется в виду норма. При этом в пищу шло все, что могло быть хоть примерно съедобным. Например, люди пытались приготовить каким-то образом кожаный ремень или обработать и выварить овчинный тулуп. Ели нитки, ели грифель. Ну и к концу осени 41 года, это был самый голодный период, к этому времени, естественно, все собачки, кошечки, птички в городе были съедены. Очень трудно было с водой. Вообще водоснабжение было проблемой, потому что его долгое время не было. Мало того, что хочется пить, так еще и для хлебозаводов это проблема, потому что нет воды, невозможно испечь хлеб. Даже когда поставки муки были налажены, как только нет воды, сразу перебои. Сегодня нет воды, не могут испечь хлеб, завтра хлеба не будет у всего города. При этом пищевая промышленность в то время искала постоянно всякие суррогаты и заменители, которым можно было разбавить, скажем так, муку, увеличить количество конечного продукта. Количество суррогатов в блокадном хлебе доходило порой до 40%, а то и до половины. Из-за этого вкус этого блокадного хлеба был очень горький. Функционировали лаборатории, которые придумывали, из чего можно сделать витамины и витаминные добавки в пищу и в хлеб в частности, чтобы хоть как-то поддержать людей. Пекари добавляли в блокадном Ленинграде в хлеб вот что. Картофель. Овсяный солод, мучную пыль, ну то есть то, что соскабливали из резервуаров, где когда-то в мирное время находилась мука. Отруби, рисовую пыль, жмых, муку из самых разных трав, кору дуба, жмых из ветвей березы, гидроцеллюлозу. Прочитала несколько блокадных дневников, и вот что могу сказать. Проблемой в рационе было даже не отсутствие, мяса. Проблемой настоящей было отсутствие в рационе ленинградцев в то время масла, а точнее жира, а также сахара. Именно это приводило к дистрофии и к цинге, но и как следствие к смерти. Даже когда спустя время наладили поставки продуктов по дороге жизни по Ладоге, тем не менее, с маслом была напряженка. Поэтому для того, чтобы выпекать хлеб на хлебозаводах, использовали для смазывания форм солярное масло. Никому в здравом уме в мирное время не придет в голову использовать солярное масло в пищу. В блокадном городе постоянно работало 6 хлебозаводов. Немцы знали о местоположении этих объектов и активно пытались истребить именно их, как и все остальные стратегически важные объекты. Муку, как и многие продукты, доставляли в Ленинград по дороге жизни, но при этом руководство города обязало хлебозаводы придерживаться рецептуры, то есть не превышать количество суррогатов и примесей в хлебе для того, чтобы он хоть как-то был съедобен. В блокадном хлебе использовалась ржаная мука в основном, в ней много клейковины, поэтому хлеб не крошился, хорошо склеивался. Хочу предложить вам строки Лидии Хамеляниной о хлебе.
Вспоминаю хлеб блокадных лет, который в детском доме нам давали. Не из муки он был, из наших бед. И что у него тогда только не клали. Хлеб был с мякиною, с макухой и ботвой, с корой, колючий так, что режет десна. Тяжелый, горький, с хвоей, с лебедой. На праздник очень редко чистый просто. Но самый сильный голод был, когда хлеб мы по 2-3 дня не получали. Мы понимали, что война – это беда, но каждый день с надеждой хлеба ждали. Не дни мы голодали, а года. Хоть раз наесться досыта мечтали. Кто видел, не забудет никогда, как с голоду детишки умирали. Ну и вот знаменитые строки Ольги Бергольц. 16 тысяч матерей пайки получат на заре. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. О, мы познали в декабре, не зря священным даром назван обычный хлеб. И тяжкий грех хотя бы крошку бросить на землю. Таким людским страданием он, такой большой любовью братской, для нас отныне освящен. Наш хлеб насущный, ленинградский. Ну, еще однозначно одна знаменитость – это блокадная карточка на хлеб, если можно это назвать знаменитостью. Кстати, в Ленинграде карты, вот эти карточки выдавали не только на хлеб, а вообще на любые продукты, которые были нормированы. При этом деньги были, люди ходили на работу и получали зарплату. Норма хлеба была разной в разное время. Если в начале войны ситуация была еще более-менее, и норма на рабочего в день составляла 800 граммов, то затем прошло несколько волн уменьшения, то есть сокращение норм выдачи хлеба и других продуктов. Всего их было 5. И вот к концу осени, началу зимы 41 года, это был самый тяжелый момент, норма доползла до вот этих 250 граммов на рабочего и 125 на ребенка иждивенца. А в ноябре вообще был очень тяжелый момент, когда в городе 3 дня не было воды. Из-за этого 3 дня не было хлеба. Его не могли просто выпечь. И людям начали в этот момент выдавать даже мучную смесь для того, чтобы хоть как-то их поддержать, хоть что-то бы они могли съесть. Но и по воспоминаниям некоторых блокадников, люди просто некоторые брали эту муку и ели сразу же, сырую. То есть они не могли дойти до дома, потерпеть, чтобы там как-то ее попытаться приготовить. Надо сказать, что блокадные эти карточки, они, во-первых, они были именными, они выдавались по паспорту. Когда человек приходил в булочную или в магазин, ему выдавали продукты, дневную норму, и вырезали этот день. Если карточка терялась или ее крали, то практически ее невозможно было восстановить. Вот почему это практически всегда во всех этих случаях означало верную смерть от голода. Рецепты хлеба в блокадном Ленинграде разрабатывались на уровне властей. То есть была определенная норма. Этим занималась центральная лаборатория Ленинградского треста хлебопечения, и состав хлеба был примерно такой. Ржаная мука до 75%, но, естественно, эта норма снижалась. Пищевая целлюлоза и жмых по 10%. Обойная пыль 2%. Выбойки из мешков 2%. Жмых 1%. Хвоя и так далее. Ну и эти примеси менялись в зависимости от того, вообще, что было в наличии. Чем вообще заменить. Также добавляли так называемую корку или коревую муку. Что это означало? А хлеб в мешках, точнее мука в мешках, доставлялась по дороге жизни на машинах. Иногда происходили аварии, эти машины тонули. Но позволить этому хлебу потенциальному, да, уйти на дно Ладоги была непозволительная роскошь. Поэтому в ночное время действовали специальные бригады. Ну почему в ночное? Чтобы немцы не замечали этого и не обстреливали. Так вот, специальные бригады с помощью крюков и веревок доставали эти мешки из воды. При этом внутри мешков мука, как правило, оставалась сухой, не успевала намокнуть. А вот по бокам, естественно, намокала, и при высыхании образовывалась очень твердая корка.
ее разбивали, мололи и добавляли тоже в хлеб. Но это было лучше, чем, скажем, какой-нибудь там березовый жмых или пыль. Лучше, чем. Мы вот сейчас знаем, что этот хлеб, лакарный хлеб, он был сложным, горьким, невкусным. И, пожалуй, если испечь его сегодня, а такие эксперименты неоднократно были, то, ну, его не захочется просто есть. Ну, знаете, вот начитавшись опять-таки воспоминаний блокадников, я могу сказать, что никто из них, ни один, не отзывался как-то негативно о хлебе, или там, что его не хотелось есть, или что он был неприятен, ни слова подобного. Напротив, многие блокадники писали с любовью и нежностью к этому хлебу и о том, какой он был вкусный и как был прекрасен тот момент, когда они получали очередную порцию. На сегодня у меня все. С вами была я, Ира Гид в шляпе. Если хотите погулять по городу по поводу индивидуальных экскурсий, пишите на сайте через форму обратной связи, а также мои контакты находятся в описании к этому видео. Будет еще очень много интересных историй. Всем спасибо, всем пока!